профессионального бокса в Академии единоборств РМК в городе Екатеринбург продолжает восьмираундовый бой в полутяжелом весе до 79,4 кг. Встречайте в синий угол ринга бойца из города Ростов-на-Дону Гасан Гасанов. Уважаемые друзья, видим мы, что двигается к рингу Гасан Гасанов. Бойцу 27 лет, 178 сантиметров составляет его рост. Это весовая категория полутяжелая. 79 килограммов 400 граммов составляет вес Гасана Гасанова. 15 побед красный на его счету. Ринга, встречайте его соперника, представляющего город Челябинск, Денис Хаматов. Ну, а соперником у Гасана Гасанова сегодня будет Денис Хаматов, представляющий город Челябинск, 28-летний боксер. 186 сантиметров составляет его рост. 5 поединков на его счету. Во всех 5 одержал победы. Все поединки он закончил судейскими решениями. Уже не первый поединок он проводит в Екатеринбурге, а если быть точнее, то именно пятый. Все свои поединки он провел здесь, в Екатеринбурге. Это третий поединок у Дениса именно на этой арене. И мы видим, двигается он уже к рингу, находится уже практически около ринга. Есть уже такая достаточно большая фан-база у этого боксера, его знают, его узнают. Ну и также близко находится Челябинск, городу Екатеринбурга. Приезжают, болеют за него, конечно же, очень многие ребята. Представляю вам соперников и в синем углу боец из города Ростов-на-Дону. Ему 27 лет. Рост 187 сантиметров, вес 79 килограммов, 800 граммов. Профессиональный рекорд 23 боя, 15 побед, 12 одержаны нокаутом, 7 поражений, 1 ничья. Гасан Гасанов! И его соперник в красном углу, боец, представляющий город Челябинск. Ему 28 лет. Рост 186 сантиметров, вес 80 килограммов, 100 граммов. Профессиональный рекорд 5 боев. Во всех одержанные победы, не знающий поражений, Денис Хаматов! Рефери Виктор Павин. Господа боксеры, я прошу вас, опасно голову не идем, ниже пояса не бьем. Слушаем мои команды. Я вам желаю удачи. Пожали руки. По углам. Нам показывают возраст, рост, вес боксеров. Для Дениса, я думаю, это серьезная проверка будет. Опытный, конечно же, Гасан Гасанов. 15 побед на его счету, причем в 12 он одержал победы досрочные. 7 поражений у него есть, плюс 1 ничья. Хорошо бьет навстречу Гасан. Через переднюю руку начинает боксировать Денис. А Денис сразу же джебом бьет в цель, именно в голову. И потом Гасану без проблем, он выставляет руку и попадает. То есть он дистанции не оперирует, то есть не меняет дистанцию. Сначала бы до рук бил джеб, а потом в цель. Тогда Гасану было бы сложно определить момент, когда бить навстречу. А так он каждое его движение вперед встречает и достает. Так, пытается попасть крюком навстречу здесь Гасан Гасанов, мы видим. Вот как сейчас. Четко навстречу ударил Гасан. Чуть-чуть застоялся здесь на месте Денис и попал тремя ударами Гасан Гасанов. Правда, были тут перчатки на месте у Дениса. Все. Три, четыре, пять, шесть,
Времени еще очень предостаточно, еще больше минуты у нас в первом раунде. Но мне кажется, Денис не готов вести бой с таким жестким соперником. Ну, так мы видим, не пошел так сразу на штурм здесь Гасан Гасанов. Да, не довосстановился, еще чувствуется Денис. Второй нокдаун. И Гасан молодец, видел, что противник, в общем-то, не было команды стопа, он добивать не стал. Запутавшийся в канатах, да, Дениса. Очень опасно Гасан встречает, а Денис так и не делает выводы. Он наносит удар и остается. И... Ну, как бы дистанция не играет, он с одной и той же дистанции наносит удары. Гасану вообще проблем не надо. Он даже не сокращает дистанцию, он просто делает уклон и бьет навстречу. И дает возможность прицелиться в себя Денис. Да, вот сейчас начал убирать хотя бы голову. Только застаивается Денис, и тут же большое количество ударов он принимает на себя. 4, 5, 6, 7. Третий нокдаун за первый раунд. Да. И вот смотри, коллега, 5-0, дай на смотреть, с кем боксировал в таком случае Денис. Да, как мы говорили, он... Денис, бей туда, ноги выпрямили. Нормально все? Чувствуешь? А? Собери, собрал, руки-то повыше, Денис. Ерунду проспал, блядь. Бей туда же, чё ты? Второй раунд у нас этого поединка. Денис Хаматов, боксер в красных перчатках, и его соперник Гасан Гасанов, боксер в синих перчатках. Да, три нокдауна в первом раунде, это минус 3 очка. Да, для Дениса выдался очень тяжелый, тяжелейший первый раунд за всю его профессиональную карьеру. Не форсирует пока Гасан Гасанов, мы видим так. Внимателен, сосредоточен. А потому что Денис сам к нему приходит. И поэтому Гасану даже... Ничего и делать, по сути, не надо. Да, вот он встречает. Просто. Он быстрее, он мощнее. Его удары короче. И он, самое главное, своевременен. То есть вот это понятие тайминг, это своевременность, если по-русски говорить. Да, здесь снова попадает в разрез Гасан. Качай, Гасан, качайся, раскачайся, не напрягайся. Денис сам приходит на дистанцию удара, то есть... Сам идет туда. Да. Вот он, когда джеб кидает, у него, во-первых, плечо до конца вперед не идет. И он не перекрыт абсолютно. Поменял вот тут стойку Денис, но тут же пропустил тяжелый удар. С дальней руки от Гасана. Сейчас опасно левый на левую был. Благо оба промахнулись. Вот, Денис за собой волокет ноги, они ему мешают. Как можно качать? Вот подсказывают Денису, качай, качай. А у него ноги в одной линии. Как можно стоять на одной линии, вот канатоходца вставить и заставить его качать корпус? Устойчивости очень мало. Да, вот он падает. Попытка была от Дениса пойти в атаку. Опять. Попадание в разрез. Точное. Да, пошел вперед. Денис наткнулся буквально на этот удар. Да, то же самое. То есть Гасану опять ничего не нужно было сделать, убрать голову, ударить навстречу. Все. И это правильное решение. Виктор Панин принимает решение остановить этот поединок. Досрочная победа Гасан Гасанова во втором раунде.
Ростову привет. Всем привет. Всем привет, Ростове. Рефери Виктор Панин остановил бой на 2 минуте 20 секунде 2 раунда. Победу техническим нокаутом одержал Гасан Гасанов!